Здравствуйте, меня зовут Александра Паснова, я рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Сегодня я вам расскажу про, ну, такое, скажем так, не то чтобы очень редкое, но, тем не менее, довольно интересное растение, которое называется хатиора. Его называют в простонародье «мужские слезы». Не знаю почему, ну, я думаю, что мужчины, конечно, плачут от него, но, наверное, от радости, когда оно зацветает. Еще я слышала название «танцующий скелетик». Причем я узнала об этом, мы долго выясняли, что это за растение, когда мне позвонил клиентка и говорит, у вас есть танцующий скелетик? И я вот наводящими вопросами, как выглядит это растение, вообще, что оно может из себя представить, поняла, что речь идет, собственно, о хатиоре. Ну, это хорошо, что я знаю много растений и примерно представляю, как они выглядят, поэтому даже с такими странными названиями можно определить название цветка. Ну, можно предположить, почему он называется танцующий скелетик, потому что у него листики, стебельки похожи на, ну, не знаю, ручки-ножки скелетика, косточки. Ну, то есть тут можно вообще волю фантазии дать огромное. Растение очень веселое, видите, оно такое пушистое, оно воздушное, оно такое нежное одновременно. То есть оно, ну, как бы я бы сказала так, послужит украшением любой коллекции домашнего цветоводства. Растение продается круглогодично. Не так много мест, где его можно купить, но у нас можно. Что хочу рассказать. Это растение относится у нас к роду суккулентов. То есть у него, опять же, плотные стебелечки, которые имеют свойство аккумулировать воду. Поэтому полив у него нужен достаточно умеренный. У нас здесь есть волшебная табличка. В некоторых роликах я ей пользуюсь абсолютно беззастенчивым образом, потому что кроме как родитель о своем ребенке так рассказать не может никто. Соответственно, таблички делают садовники. И давайте мы посмотрим, что здесь написано. Здесь очень милая табличка. Называется она «Паспорт растения». Видите? То есть флаг Евросоюза и такой европаспорт у цветка. Что нам говорит садовник? Что растение любит полутень. То есть, несмотря на то, что оно суккулентное, все-таки нужно его немножко притенять от солнечных лучей в летний период времени. Есть его нельзя. Температуру, которую оно выносит, от 5 до 35 градусов. Достаточно скудный полив, опять же повторюсь, потому что это суккулент. Удобрять его необходимо по инструкции, то есть сейчас я вам попозже скажу, каким образом, и оно, можно его стричь, то есть для него это не проблема. Как мы удобряем хатиору? Так как у нас нет никаких других указаний, мы удобряем так же, как все цветы. То есть летом 4 раза в месяц, зимой раз в месяц и весной и осенью раз в 2 недели. То есть все, собственно, очень просто. Я рекомендую брать растворимые удобрения, которые растворяются в воде и при поливе, соответственно, попадают в почву. Почему рекомендуется притенять? Да, это суккулент, он любит свет и яркий свет. Но ему жарковато летом на южном окне, поэтому либо убирайте с подоконника, либо притеняйте, чтобы не было солнечных ожогов. При правильном подходе к нему, при правильном уходе, растение с декабря по март цветет. Цветет оно небольшими желтыми цветочками, чем-то напоминающими колокольчики. Значит, растение не имеет периода покоя, то есть оно всегда такое красивое зеленое. Есть другие разновидности хатиор с более толстыми стебельками и более, скажем так, большими расстояниями между развилочками, между вот, сейчас покажу, что я имею в виду. То есть, вот видите, у него на кончике вот такие развилочки, которые немножечко по форме напоминают, кстати, бутылочки. Вот обратите внимание, такой занятная форма бутылочки у него. И у других сортов вот эти расстояния просто чуть побольше, чем у него, это более компактный кустик. Купили, принесли, поставили на окно, можно пересадить. Грунт мы используем либо для кактусов, суккулентов, либо обычный универсальный грунт, противопоказаний ему нет. Горшок берем плюс 2 сантиметра. Вот корневой системы здесь не видно у нас, потому что, как у всех суккулентов, она не очень большая. Поэтому, если у нас вот это 10 диаметр горшка, мы берем 12 диаметр следующего горшка, в котором он будет сидеть. Керамика или пластик значения не имеет. Можно сочетать с другими суккулентами совершенно спокойно. Он дает такой объем и, в принципе, может служить центром композиции. Что еще хочу сказать? Подходит для всех типов помещений.
То есть он будет уместен и в спальне, и в детской, и в офисе. Опять же, в свете того, что ему не требуется постоянный полив, как той же Азалии или Мирту, то он совершенно спокойно выдержит и выходные дни, и новогодние праздники, когда в офисе никого нет. Опрыскивать его не нужно, мыть его не нужно. Вообще с ним делать, собственно, ничего не нужно, кроме яркого света и раз в неделю умеренный полив, ну и по инструкции удобрения. Из вредителей и болезней, которым подвержен данный цветок, я могу выделить мучнистого червеца. К сожалению, это тот вредитель, который любит суккулентные растения. Ну, может быть, потому что они такие сочненькие, жирненькие и очень для них питательные. Поэтому, когда поливаете цветок, то есть минимум раз в неделю вы к нему подходите, внимательно осматривайте стебли на предмет посторонних каких-то насекомых. Потому что мучнистый червец, когда он явно заметен, уже выглядит как ватка, это уже прям последняя стадия развития взрослого насекомого. А когда они маленькие, они такие полупрозрачные червячки, бегающие между листиками. Поэтому, если вы видите, что с растением что-то не так, или оно начало терять цвет, внимательно осмотрите его, это займет у вас не больше минуты времени. И так как, ну, можно, конечно, и физически поудалять, но стволики достаточно миниатюрные, это будет проблематично, но в принципе все возможно. Берем ватку, точнее ватную палочку, спиртовой раствор, удаляем физически, обрабатываем инсектицидом, после этого растение будет радовать вас долгие годы. Собственно, если вы не видели такое растение или не знали, как за ним ухаживать, я надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если я не обо всем рассказала, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. И не забывайте подписываться на мой канал. Каждый день выходит ролик про растения, про разные растения. И я очень надеюсь, что у меня получится подружить вас с цветами. Вы не будете их бояться и будете любить их так же, как я. Спасибо за внимание и до встречи в новых роликах.